Молодая женщина сбросила девочку в вольер к медведю в ташкентском зоопарке. Хищник ребенка не тронул, однако малышка пострадала от падения с высоты почти 5 метров. 28 января неизвестно чем мотивированная молодая женщина на глазах у публики сбросила маленькую девочку в вольер к медведю, говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, кавказский бурый медведь Зузу следил за действиями женщины через металлическую ограду, затем медленно спустился в ров, подошел к девочке, понюхал и отошел. Девочка пострадала только от падения с высоты. На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Ребенок находится под наблюдением врачей. Все расходы на реабилитацию девочки руководство зоопарка взяло на себя. По уточненным данным ведомства, женщина-мать пострадавшей трехлетней девочки.